Казани стартовал чемпионат Европы по бадминтону, который продлится до 21 февраля. В нем примут участие мужские и женские команды со всей Европы. В состав украинской сборной вошли трое днепропетровцев – Мария Улитина, Наталья Войцех и Кирилл Леонов. Сборная Украины представила на чемпионате две команды – мужскую и женскую. Задача – победить в своей подгруппе, попасть в восьмерку сильнейших и бороться за медали. Основной наш соперник в мужской подгруппе – Россия, в женской – Турция.